Сегодня мы чистим снег. Снега много, он плотный, и его приходится убирать на достаточно больших участках. Сейчас посмотрим, как все это происходит. Вот столько снегу выпало, нам придется его сейчас весь убирать. На этом участке мы уже очистили, он фактически до асфальта. А здесь нам предстоит еще убираться. Вот такие вот снежные завалы. Вот результат работы. Горы снега, и мы спокойно заезжаем сюда.